Ребята, всем привет! Вы на канале Мисс Софи. И сегодня я говорю шепотом, потому что сейчас у нас 10:30, и мы украшаем Данину комнату ко дню рождения. У него завтра день рождения, 2 декабря. Он спит, и мы украсили его комнату. Смотрите. Всех спрятали три подарка. Мы спрятали три подарка, чтобы он, когда проснулся, нашел, а дальше будем уже дариться. Один он стоит. В очках. Один подарок стоит за подушкой щенячьего патруля, а один за Лего. Интересно, Настя? За корзинкой. Ну, да. Ничего не видно сейчас, правда? Ну все, будем ждать утра. Оценить все. Наше дань старания. Да, все, выключаем свет и спокойной ночи. Ребята, ребята, с днем рождения. Ты проснулся? Первый подарок ты уже нашел, я смотрю, да? Давай еще другие, у тебя там еще есть. Нет, там холодно. Холодно. Вообще холодно. Уходи. О, теплее. Там холодно. Холодно. В ящиках холодно. Опа. Ты-дын. Нашел. И чего это ты нашел? Хоть посмотри. Где? Сопливчик. Ой. Тут холодно. Все, уходи с того угла. Холодно. О, теплее. Ты уже увидел, наверное. И все. Да? А теперь несем еще подарки. Соня, неси свои подарки. Жди. Готов? Ну, давай. Соня, поздравляю. Соня, давай ты первая. Даня, с днем рождения. Ага, заказывал? Все, Соня подарила. А Даня, теперь Даня от нас. Твои 6 лет, мы дарим тебе вот этого паука. Хотел? А что говорит она? Днем рождения. Будь здоров. Главное здоровье, да? Потому что сегодня полночи с температурой провалялись. Будем открывать. Батарейки в нем есть. Да. Ты ж такого заказывал? Такого. Давай, открывай. Получится? Давай я помогу. Получилось. Просто на себя. О, тяни. Переверни, а то он у тебя вывалится. Вот так. Кому я тебе ставлю? Кому? Соне? Это инструкция, чего там смотреть надо. Да? Давай пульт. Подожди, аккуратно там выми его. Помочь, Лёнь? Классно. Во, задом. Ну, бывало тоже не занят. К Жоре поехали. Поехали на кухню. А там Жора на кухню ропает. Душа может прямо ехать. Опа. А вот и Жора. Жора, ты где? Жора, что за монстр? Конец света, Жора. Что ты? Я так сказала. А вот эту кнопочку, это он сам рулит. Он сам думает, куда ему ехать, как ехать, решает. Понял? Я уже ранее. Помоги ему. А как? Показывал большой подарок. Ну давай, дедушка. Не болей. Что ж ты такое творишь-то? Что это, Даня? Ты хотел? Ну тащите туда. Тащи туда. Ну, сейчас мы его вытащим с пакета, подожди. Там он еще получит. Или то потом. Давай, то потом. Что это там у тебя еще? А ну покажи лицо его. Товар. Класс. Смотрите, оформляем Дане тортик. Вот такой вот тортик у него с Человеком-пауком.
Вот цифра 6. Вот такая вот блестящая циферка. И вот такой вот тортик. Есть еще вот такие вот буквы. С днем рождения написано. Сам себе тортик украшаешь? Да? А? Ай-яй-яй, да я поломалась. А, ну, а где есть часть? Это мы. А есть вторая часть? Давай, сейчас, может, мы ее чуть-чуть подплавим, она сделает. Вот. Ну, тут есть торт без разрешения. Нет, еще не за... Ты что делаешь? Ты еще свечки не задувал, так что... Даня, ну все, перестань. Он вкусный. Ну да? Сейчас мы закроем шторы, чтобы было темно. Посмотрите на Даню. А ну-ка, посмотри, свиночек. Весь в наклейках. А у тебя и тут паук. Покажи, где у тебя паук. А у тебя еще есть маска паука. Да? Даня, ну перестань. Данька. Надо все попробовать. Перестань, говорю. Ну, Дань, вот сейчас, когда задуешь, тогда будешь тыкать. Вот ты же языка твое создание. А я тоже хочу замрозить. Не, ну хватит, ну сейчас обгрызете. Давайте зажжем свечи, а потом будете жить. А что тапки на подоконнике стоят, только сейчас видела? Это мои. Ням-ням-ням-ням? Да. Вкусно? Тебе сколько лет? 5. Ой, один годик. Один годик, вот такой ты маленький. Годовалый мальчик. Он взял эту вот цифру, мы показывали, перевернул и говорит, мне вообще не 6, мне 9. Ты уже большой, да? Понятно. С днем рождения тебя! Ура! Желание ты загадал! Ты такой быстрый и шустрый! Ой, мне так идет! Ура! Все, теперь грызите! Кто что хотел? Мама опять ага, ты так быстро задул, я не успела даже... О, ты вообще как круто, с середины! Было бы интересно, да? Ну да! Все, выгрыз серединку! Ну все, давайте теперь чай пить. Да? Вкусно? Не, ну все, давай сейчас мы тебе эту серединку вырежем и будешь тогда ее есть. Все. Ням-нямка. Чем ты тут занимаешься, дама? Рассматриваешь Данина игрушки. Ясно. Смотрите, вот такого. Данина Дарилис, он не играется, сидит, да? Вот такого динозавра. О, он такой человек, почему? Прикольный. Ладно, выключай. А то орёт сильно. Да. А, еще смотрите, что мне бабушка подарила. Вот такой вот чай плов. Mm, да, даже тебе перепал. Да. И Дани на мой день рождения перепадет, наверное, тоже. Такая вот девочка. Вот такая сестричка с соской. Бутылочка. И смотрите, самое прикольное тут. Смотрите. Ух ты. Как жемчужина, она мигает. Разными цветами. А я думала, это бомбочка, а это, оказывается, такая. Вот тут фонарик. Угу. Классно. У нас, кстати, ребята, день рождения у Дани скромный. У нас не было ни гостей, к нам пришли только наши бабушки, дедушки. Потому что у Дани сейчас температура, он лежит в зале. У него температура 39,2. И поэтому мы никуда не поехали, гостей не позвали. Ну и все. Пришел на звук динозавра. Ты пришел на звук динозавра? Ну, ты проходишь? Проходи. Нет, нет. Покажи своего тобота. Какого тебе еще тобота подарили? Покажешь? Ну, сюда хоть вылезь, покажи. Не? Вот такого? Не хочет, Даня, на камеру. Да, на камеру не хочет. А кресло мешок мы показывали? Да. Да? Не? Как ты себя чувствуешь? Я ему подарила большое кресло-мешок. Понятно. В общем, день рождения у нас скучный, да? А, не, нормально. Столько подарков. Столько подарков много, понятно. Даня сидит сейчас тут на маме и поговорит тихо. Столько подарков, столько подарков. Подарков? А тортик вкусный был? Ну, не бей меня. Только паук был вкусный, и все. Паук вкусный, ну, понятно. Мне понравился. У нас в Даниной комнате тут игрушки новые, в зале игрушки. Тут, по-моему, больше коробок валяется, чем игрушки. Ага. Ну вот динозавр. Давай сейчас все игрушки, подарки его соберем и покажем, что ему подарили. Не знаю, смотрите сами. Жаль только.
пистолет. Это что же подарок? Да. Теперь Даня не будет бегать к тебе и клянчить. Да. Говорить, говорить. Вы выложили? Да. И чего мы тут имеем? Вот так вот это наоборот. Вот так. Да нет, красный в красном. Не, вот так оно было. Да, ну ладно. Подарили ему вот такого вот робота. Это робот? Да. Вот такого вот робота где еще? Тобот 4. Что он там? Квадрант, по-моему, Даня говорит. Потом раскраску такую. А, мы же забыли еще тапочки положить. Две вот таких машинки. Героями в масках. Не было только синего, не смогли найти. Раскраска вот такая. Тут наклейки есть. Дальше вот такой вот паук, какого Даня ждал больше всего на свой день рождения. Вот. Потом вот такой динозавр тоже, который может ходить. Мини-копия этого динозаврика. Тапочки. Общем, Даня смог найти только один тапочек. Да. А, вон, еще три. Еще три пришло. Вот он, твой. Нет, это Сонин. Твой где-то тут должен. В общем, понятно. Ну вот, мои вот такие, у него только вот, у него меньше. Ну да. Дальше, что я сегодня показала? Жирафика вот такого вот. Его пистолет. И вот такого смайлика. И мешок. А, точно, забыла. А кто там торчит? И вот это вот принесла большой мешок. Оно пока что не очень мягкое, но он пенопласт немного там сожмется. Оно уже сжалось. Ну да, оно уже такое мягкое стало, да. Мы вот и все. Может, они с ним немного в футбол поиграли тут. Вот пока что все подарки. Пока все. А я, кстати, первый подарок Даня получил, первый свой подарок Даня получил в 4 часа ночи, когда он проснулся, потому что у него была температура. И получил он вот этого вот смайлика. А точнее не получил, а нашел в своей комнате. Ну вот такое вот день рождения получилось. Кому понравилось, лайк. Ой, кому понравилось, то ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал Мисс Софи. Всем пока-пока, до скорых встреч. Даня, тебе понравился твой день рождения? Кукурику. Понравился. Мне он тоже понравился. Даня, главное, подарки. А через 20 дней у кого день рождения? У меня день рождения. Кто сказал? По-моему, у тебя упала температура. Да. И больше всего, кажется, что Дане понравился кресло мешок. Больше всего ему понравилось. Не, поставила на свободу. Разъезжаемся, разъезжаемся, даем пространство пауку. Расходимся, разъезжаемся. Назад.